В краевом Минздраве начался прием заявок для участия в федеральной программе «Земский доктор». Молодые медики могут получить 1 миллион рублей. Для участия в проекте нужно написать заявление и соответствовать определенным критериям, иметь высшее профессиональное образование и желание переехать в сельскую местность. В этом году возраст кандидатов увеличен до 45 лет. После подписания трудового договора и получения выплаты работать в селе врач должен не меньше 5 лет. В настоящее время укомплектованность врачами в территориях края составляет около 55%. Напомним, федеральная программа «Земский доктор» действует в крае 3 года. За это время пожелали работать на селе 250 специалистов.